Я думаю, что сегодня команда вышла с первой минуты более концентрированной, более сосредоточенной на то, что как Газпром должен играть. Забыли свои моменты сразу с начала. Это дало нам чуть-чуть более спокойно играть, как я вчера говорил. Не было вот этого напряжения. Мы вот это так, как могу сказать, что не нервировать, потому что бы не забили, да, как в прошлый матч. Сегодня вот сразу начали забивать, и игра пошла, ну, как и мы хотели. Ну, как я сказал, у вас класс есть, ребят, вы должны показать, и они сегодня показали свой класс и выиграли эту игру.